Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Epica 2007 года выпуска. Двигатель 2,5 литра автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 171 тысяча километров. Заменю на нем переднюю подушку на двигателе. Поднимаю автомобиль, снимаю защиту и откручиваем подушку. Не помню, надо, не надо нам лыжу будет снимать. Но попробуем заменить, не снимая лыжи. Поднимаю. Вот наша подушка. Ее видно здесь только кронштейн. Сейчас попробую поменять сверху. Сниму компенсатор забора воздуха и сниму крышку двигателя пластиковую. И снимаем вместе с патрубком. А вот теперь ее здесь видно гораздо лучше. Можно подобраться. Я думаю, мы ее сверху и заменим. Единственное, нам понадобится домкрат. Поддомкратить двигатель. И все. Берем головку на 14. Возьму капроновым хомутом. Подтяну патрубок для удобства работать. А потом его отвяжем. Здесь у нас болт центральный на 17. Гайка прокручивается, поэтому гайку тоже надо держать.
Болт вытащил. А крату здесь даже и не надо. Вот я вытащил спокойно. Двигатель не опустился. Трех подушек его достаточно. Это вспомогательная нагрузка при переключении, при торможении. Домкратить даже не стал. Надо удлиненную головку. Подушка оторвана, возможно, из-за этого и грубое включение задней передачи оторвано полностью. Сейчас поставим новую и проверим, как будет задняя включаться. Новая подушка оригинальная 968-74-514. А вот здесь надо чуть-чуть поддомкратить. На порванной подушке вышло легко, новая не встает. Буквально немножко приподнял. Thank you.
Вот и все. Подушка меняется легко. Ставим на место воздуховод. И проверю, как включение передачи. Нет, чуть помягче, но это не подушка. Все-таки сама коробка грубо включает. На этом все. Замену передней подушки двигателя я закончил. Всего вам доброго.